взрослые, а также дети. Закончился учебный год, с чем я хочу всех поздравить, с Днем защиты детей также. И хотела бы рассказать о библиотеке, которую некоторое время назад мы записали со своим сыном, библиотека имени Макаренко. Вот, хотелось бы рассказать, каким спасением эта библиотека стала для нас, особенно сейчас, во времена пандемии, когда многие в самоизоляции находятся. Вот и мы также. И для ребенка особенно приятно стало читать книги, так же, как и для нас взрослых. Вот, так как все-таки времена интернета, несмотря на то, что информации очень много, и это неплохо, но все же книга остается всегда книгой. Это образы, которые ребенок может придумывать сам, развивает фантазию. Ну и также очень интересно читать вместе. Ну вот в данном случае я бы хотела очень порекомендовать вам книгу «Заблудившиеся взгляды» или «Дорогами Айвы». Детская книга на каникулах, особенно в дождливую фазу погоды. Очень интересная книга с яркими иллюстрациями. Здесь также несколько рассказов. В общем, ребенок читал ее с удовольствием, я также с удовольствием, поэтому всем очень рекомендую, дорогие друзья, записывайтесь в библиотеку имени Макаренко.